يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكум ва рахматуллах. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и вновь продолжаем нашу тему, посвященную месяцу Рамазан, а то есть именно проповедь посланника Аллаха об этом месяце. И у нас снова в гостях уважаемый гость Ходжат Ислам Валь Муслимин Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, на прошлой передаче, на последней, мы говорили о том, что в этот месяц желательно много произносить салаватов, то есть благословение пророка и его семейства, так как это утяжелит весы благих деяний. Возможно, не продолжить эту тему? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и напомню, что мы остановились на следующем предложении, как вы сами напомнили, на следующем предложении его светлость пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «Вамен экстара фихи мина салат, алейя саккалаллаху мизанаху яума тахиффуль мавазин». То есть тот, кто увеличит благословение, то есть будет много произносить благословений в мой адрес в этот месяц, в месяц Рамадан, Всевышний в день суда, когда люди будут нуждаться в деяниях, в благих деяниях, и будут жалеть о том, что при жизни не совершили достаточно много благих деяний, будут жалеть о том, что тратили свои силы и время впустую, вместо того, чтобы зарабатывать, вместо того, чтобы думать о будущей жизни, зарабатывать будущую жизнь, будущую вечную жизнь, в этот день Всевышний увеличит деяния, вес и значимость деяний тех людей, которые в месяц Рамадан очень часто много благословляли его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И в связи с этим необходимо помнить и знать, что благословение в адрес его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь два момента имеются. Первое – это именно это, что благословение в адрес его светлости является обязанностью каждого мусульманина, которое прописано в священном Коране. Это 33-я сура, 56-й аят. 56-й аят, 33-й суры, суры Ахзаб. В этом аяте Всевышний говорит следующее: «Ауду биллахи мина шайтани раджим, инна Аллах ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». То есть в этом аяте, 56-м аяте 33-й суры, Всевышний открытым текстом приказывает верующим, говорит, что Всевышний и его ангелы благословляют его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, о верующие, так благословляйте же и вы его, и приветствуйте наилучшим приветствием. Приветствуйте и благословляйте его. И мы в связи с этим знаем, что это также является частью молитвы. То есть частью молитвы является благословение. Иначе молитва не будет принята, как мы знаем. Да, она является недействительной, неполной. И помимо этого мы также
приветствуем в молитве его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, приветствуем его. Это обязанность, важная часть. И также в связи с этим можно привести предание по поводу обязанности этой, возложенную на каждого мусульманина, привести предание из Уюну Ахбара Рида, сборник преданий от имама Риды, алейхиссалату вассалам, том 2, 124 страница. Его светлость на этой странице, 124 странице этого сборника, приведено письмо его светлости в адрес Маамуна, одного из аббасидских халифов. Письмо длинное, но там имеется один отрывок. Сказано, его светлость говорит: «Вассалавату аля-наби, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, ваджибатун фи кулли маутинин». То есть благословление его светлости пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является обязанностью, является обязательным деянием, где бы человек не находился, фи кулли маутинин, везде, везде, где бы он не находился. Таким образом, мы видим, что, как и в Священном Коране, Всевышний приказывает благословлять. И помимо этого, мы видим, что наша обязательная пятикратная молитва состоит из благословения. То есть благословение входит в эту молитву, является частью молитвы. Также и приветствие его светлости является обязанностью и входит в молитву. Как я помню, хадис еще от пророка, и тот, кто слышит мое имя, не благословляет меня по отношению ко мне, проявляет жадность. На самом деле, это человек жадный. Да, если мне не изменяет память, там даже чуть иначе звучит, что самым жадным человеком является именно тот, да. Самым скупым человеком является именно тот, кто не благословляет меня, услышав мое имя. Совершенно верно. Насколько я помню, именно так звучит предание. Это, во-первых, что хотелось бы заметить по поводу благословления. И второе, что тоже важно знать по поводу благословления в адрес его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что когда его светлость, в частности, относительно 56-го аята 33-й суры, спрашивали сподвижники, окружение его, спрашивали, так как же нам благословлять тебя? То есть, и разъясняя данный вопрос, его светлость указывал на один очень важный момент, а именно на то, что он говорил о том, что необходимо благословлять меня и мое семейство, и не надо отделять меня от моего семейства. Об этом предании имеется, например, в Кензель Уммале, это очень много преданий именно в этом сборнике на эту тему имеется. Ну и, естественно, в наших сборниках тоже достаточно много преданий об этом. Ну, например, предание Весаулю Шия от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, 7 том, 207 страница Весаулю Шия. Его светлость говорит следующее: «Ла тусаллу алейя салатан мабтура». «Не благословляйте меня неполным благословением». Говорит, когда вы благословляете меня, к сожалению, в истории мы видим людей, и даже среди ученых, которые называли себя мусульманами, видим, что они не только не упоминали семейство, потому что, говоря «не благословляйте меня неполным благословением», его светлость далее говорит «баль силу илайя ахля байти, вала тактаухум». Он говорит, не благословляйте меня неполным, а благословляйте, присоединяя ко мне мое семейство. И не отделяйте меня от моего семейства, благословляя меня. Не отделяйте меня от моего семейства. То есть мы видим, что полное благословление – это благословление вместе с семейством его светлости. А неполное – это когда благословляется только его светлость. И с этим вспоминается как раз деяния некоторых людей, которые благословляют только его светлость и забывают о его семействе. И были более жадные, более ограниченные, более лишенные достоинств люди, которые шли еще дальше и произносили следующим образом
благословления говорили. Это в истории есть, и некоторые ученые из мусульманских ученых, которые считались мусульманскими учеными и, в общем-то, в каком-то смысле авторитетными людьми в мусульманском мире, благословляли ее следующим образом. Говорили «Саллаллаху алейхи вахтах». То есть даже слово «вахтах» добавляли. Говорили, что «да благословит Аллах, его светлость пророка и только его», то есть больше никого. Это не идет ни в какое... Это проявление вражды по отношению к его семейству. Как бы это в первую очередь, да, помимо того, что это проявление вражды по, его, по отношению к семейству его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это в первую очередь вражда к самому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И является, в общем-то, вот это вот поведение, вот это вот отношение, вражда к семейству пророка, на самом деле выводит человека из ислама. Это одно из небольших деяний, которые делают человека не мусульманином. За такого человека нельзя выдавать замуж, на таком человеке нельзя жениться, то есть заключать браки и многие другие вещи, которые дозволены только с мусульманами. С такими людьми не дозволено, потому что любовь к семейству его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является одной из основополагающих основ, одной из основополагающих принципов исламского учения. И при этом принято это положение всеми течениями, всеми группами мусульман без исключения. Даже тот же хадис, где его светлость говорит «Мен кунт мавляху фахада алийюн мавля», «Кому я являюсь покровителем, тому и Али покровитель». Это предание, согласно большинству мусульман, здесь не имеется в виду покровитель, потому что мауля можно перевести как и друг, например. То есть говорится о том, что они толкуют это предание, которое является мутаватир, то есть абсолютно достоверным, не терпящим в отношении себя никаких сомнений, принятым всеми мусульманами без исключения, является одним из тех преданий, которые передаются наибольшим количеством передатчиков, то есть огромное, более сотни передатчиков, более сотни разных путей передачи имеет это предание. Мы, последователи непорочного семейства, толкуем мауля как покровитель, как наместник, как властелин, властитель. Но большинство мусульман, те, которые не являются последователями непорочного семейства, они толкуют это в значении любви, то есть тот, кто любит меня, пусть любит и Али, алейхиссалату вассалам, говорится. Поэтому даже с их точки зрения любовь к ним обязательна. И тот, кто их не любит, это уже есть обвинение его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, во лжи, и как следствие это ненависть к семейству и вражда с семейством его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, выводит человека из ислама. Как мы понимаем, потому что это выражается самим Аллахом. Пророк изволил, кто любит, например, возьмем, если его семейство, дочь его, Фатиму, тот любит меня. Кто враждует с ней, тот враждует со мной. И потом он продолжает хадис, то, что кто враждует со мной, враждует самим Аллахом. Да, по этому поводу очень много разных преданий, очень много слов от его светлости. Например, его светлость говорил, что, и это предание также является признанным, говорил, что любовь к его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, является признаком веры, а ненависть к нему является признаком лицемерия. И даже в этой проповеди, если вы помните, я ранее приводил последние слова из этой проповеди его светлости, где он говорил, обращаясь к Али ибн Аби Талибу, алейхиссалату вассалам, لأنك مني كنفسي روحك من روحي. То есть ты подобен по отношению ко мне душе моей, твой дух из моего духа. وطينتك من طينتي. И то, из чего ты создан,
твоя основа является моей основой. То, из чего ты создан, является тем, из чего я создан. То есть мы имеем единую основу. Мы одно целое, одним словом. Единое целое. Как и говорится, «Лианнаке минника нафси». Ты подобен ко мне по отношению ко мне, подобен моей душе по отношению ко мне. То есть это как раз об этом и говорит. Это, то есть другими словами, здесь говорилось о том, что «Мен каталяке каталяни, факат каталяни, ва мен абгадаке, факат абгадани». Тот, кто убьет тебя, убил меня, тот, кто ненавидит тебя, на самом деле ненавидит меня. И поэтому вражда и ненависть к семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, одним из которых является Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, является ненавистью и враждой к самому пророку, саллаллаху алейхи ва салям. А это, вне всякого сомнения, выводит человека из ислама. Поэтому ни в коем образом отделять семейство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, коим является Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, его непорочная супруга, дочь пророка, и его дети, его потомки, все эти люди являются семейством его светлости, и отделять их от самого пророка недозволено. Это согласно исламскому учению, согласно преданиям от его светлости, ни в коем образом не позволено. И, как сказал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, благословение, в котором не упоминается семейство, является неполным благословением. И в связи с этим хочу также привести несколько других преданий относительно значимости, относительно того, какую важную роль, какую значимость имеет благословение его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, в жизни человека, в его развитии, в его самосовершенствовании, в его приближении ко Всевышнему, в его духовном развитии, какую роль играет. Если возможно, это оставить после паузы, уважаемый Шейх Курбан. Уважаемый телезритель, не отходи далеко от экрана, после небольшой паузы мы вернемся. Я муджиб ад-дауати, я рафи ад-дараджати, я вали аль-хасанати. Уважаемые телезрители, мы прерывались на паузу, после которой продолжаем. Уважаемый шейх Курбан, мы остановились на семействе посланника Аллаха, какое к ним нужно проявлять уважение и то, что они неотделимы от посланника Аллаха. Да, мы обещали с этим привести предание, где говорится о значимости благословения его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Это также Уюн Ахбар аль-Рида, первый том, 294 страница. Предание, естественно, от его светлости имама Риды, алейхиссалату вассалам, потому что вся эта книга состоит из преданий от его светлости. Итак, его светлость имам Рида, алейхиссалату вассалам, говорит следующее. «Мен лам якдир аля ма юкеффиру бихи дунубах». То есть тот, кто не способен возмещение, сделать то, с помощью чего возмещаются грехи, то есть возместить свои грехи. Тот, кто не способен возместить свои грехи, фалиюксир мина салати ла Мухаммадин ва алихи фа иннаха тахдиму дунуба хадма. Так этот человек, который не способен, не обладает возможностью возместить свои грехи. Ну, грехи могут быть разные, порой. Для этого, например, ну, разные бывают возмещения. Некоторые деяния требуют возмещений. Требуют того, чтобы человек возместил. Например, он нанес ущерб. Ущерб какому-то человеку, например. Но при этом он ни человека не может найти,
и денег у него нету, в принципе, если искать его и таким образом возместить ему материальный ущерб, например. То есть речь идет о человеке, который не способен, не обладает возможностью возмещать ущерб за свои грехи. Так пусть этот человек, его светлость говорит, часто произносит благословение в адрес его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и его семейства. فَإِنَّهَا تَحْدِمُ الدُّنُوبَ حَدْمَ. Воистину, благословение это уничтожает грехи. То есть полностью уничтожает грехи. Таким образом, мы видим, что насколько значимым является благословение, что даже грехи таким образом можно возмещать тому человеку, который не способен другим образом, нужным образом возместить их. И также предание в Бихар-ул-Анваре, 91 том, 56 страница от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, предание. Его светлость изволил сказать: «Ман салля алайя, валям юсалли аля али». Здесь говорится опять-таки о том, что человек о благословении, в котором упоминается его светлость, но не упоминается его семейство. Его светлость говорит: «Тот, кто благословляет меня, но не благословляет мое семейство, лам яджид рихал джанна, ва инна рихаха латуджаду мин масирати хамсати амин». «Тот, кто благословляет меня, но не благословляет мое семейство, не почует, не услышит запах рая». То есть он абсолютно не почувствует запах рая. Воистину, запах рая можно почувствовать на расстоянии в 50 лет. На расстоянии в 50 лет. То есть рай имеет очень яркий запах. То есть запах рая, он довольно-таки сильный, его можно почувствовать на большом расстоянии. А тот человек, который благословляет его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но он не благословляет его семейство, он даже близко не подойдет к раю, не говоря о том, чтобы он вошел сам в рай. И поэтому в связи с этим очень жаль тех людей, которые, упоминая имя его светлости, благословляют его, но при этом забывают его непорочное семейство. И это на самом деле имеет под собой очень крепкую основу, заключающуюся в том, что учение, исламское учение, сохранилось только после его святости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сохранилось только в руках и у семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Все, то есть в его первозданном виде, в его чистом виде ислам сохранился именно у семейства. Все остальные люди, все остальные мусульмане так или иначе искажали ислам. Идеологические моменты искажали, практические моменты искажали. То есть так или иначе ислам вне семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, остался не тем, он был искажен. И единственная группа, которая сохранила ислам таким, каким он был ниспослан, таким, каким он проповедовался его светлостью пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, это была группа семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И в связи с этим очень важно с точки зрения самого ислама, с точки зрения исламского учения, очень важно для мусульман не забывать помнить о его семействе, точно так же, как помнить о нем самом. Помнить о нем самом и помнить о его семействе, потому что без его семейства мусульмане не способны найти верный путь, не способны дойти до истинного, настоящего ислама, что мы, к сожалению, очень часто наблюдаем. Большинство мусульман забыли семейство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и любовь у них абсолютно формальная. То есть на практике мы наблюдаем, что они не обращают на них никакого внимания, они не хотят к ним обращаться как к ученым, как к знатокам, как к знающим людям. Как мы знаем, это пророк говорил, что я не хочу ничего от вас за свою миссию, кроме как любви к моему семейству. Да, это все имеет основу.
Это не просто потому, что его светлости так захотелось. Это важно, во-первых, в первую очередь для самих мусульман. Точно так же, как чтение молитвы нужно им самим, это не нужно Богу, это не нужно пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это нужно самим мусульманам в первую очередь. Это им в первую очередь приносит пользу. И точно так же любовь, приверженность семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, приносит пользу и выгоду самим мусульманам. И забывая о них, они вредят себе, забывая о них, отворачиваясь от них, они в первую очередь вредят самим себе. И для того, чтобы удержать мусульман, чтобы привлечь их внимание к семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в исламе имеется ряд рычагов, ряд средств, одним из которых является именно благословение. Благословение, оно хоть и является молитвой за его светлость и его семейство, но в то же время является самовоспитанием. То есть, молясь за его светлость и его семейство, человек воспитывается, продвигается по лестнице духовного развития, самосовершенствуется, приближается ко Всевышнему. И поэтому благословение его светлости без благословения его семейства, оно является недостаточным, оно является неполным. И даже более того, если человек намеренно это сделает, это навредит ему, и он никогда не услышит запах рая, никогда не приблизится к раю. Это очень важно. Итак, возвращаясь к речи его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его светлость говорит о священном Коране. Мы это ранее зачитывали на одном из наших обсуждений. وَمَنْ تَلَى فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. Тот, кто прочитает хотя бы один аят в этом месяце, месяце Рамадан, подобен тому, кто он получит награду того, кто прочитал весь Коран в другой месяц. То есть по награде чтение одного аята, всего лишь одного стиха священного Корана в этот месяц равняется чтению всего Корана в другие месяцы. Опять-таки, мы, возвращаясь назад и напоминая, должны сказать, что это всего лишь повод. Всевышний, опять-таки, всего лишь хочет таким образом дать нам возможность. Да, то есть получить некий повод, чтобы наградить больше, чем он награждает обычно. Это всего лишь повод. Всего лишь, то есть, прочитав всего лишь один аят в этом месяце, мы просто даем Богу повод дать нам несметные блага, наградить нас несметными благами, бесчисленными благами, величайшей наградой наградить. Даем повод, не более того. Просто чтение одного аята есть повод, как и все остальные деяния, которые мы перечисляли ранее. Мы ранее, когда обсуждали начало проповеди, мы говорили о достоинствах чтения священного Корана. Я долго говорить об этом не буду, но приведу одно предание. В связи с этим, это предание дошло до нас от его светлости имама Хасана Аскарии. В книге, называемом «Ат-Тафсир» имам Хасан Аль-Аскари, то есть толкование имама Хасана Аскари, 59-я страница. На 59-й странице приведено предание от его светлости. Его светлость говорит следующее. «Каля Расулуллах». Его светлость говорит, посланник Бога сказал следующее. «Инна хада ля-Кур'ана ма адубатуллахи та'аля». Ма'дубатуллахи та'аля или ма, или в некоторых можно читать иначе, ма'дубатуллахи та'аля. То есть его светлый пророк сказал следующее. Этот Коран, священный Коран, является средством воспитания. Средством воспитания Всевышнего. То есть это средство, с помощью которого Всевышний воспитывает своих рабов. Ну а если, скажем, «мэ'дуба туллах», если прочтем как «мэ'дуба туллах»,
То есть это средство воспитания, если мы прочитаем как «Ма'адабатуллах», а если прочтем как «Ма'адубатуллах», то смысл чуть другой, имеет иной смысл, а именно заключается, смысл его заключается в том, что священный Коран является угощением Всевышнего, которое он раскрыл для своих рабов, то есть накрытым столом Всевышнего. То есть это то, чем Всевышний может угостить, наградить, одарить своих рабов, священный Коран. И поэтому неважно, как мы переведем, и то, и другое значение имеет высокий смысл, возвышенное значение. И тот, и другой перевод имеет очень возвышенный смысл. И в том, и в другом случае очень важно человеку зацепиться, схватиться, быть приверженным Корану, священному Корану, не отставать от него. И не опережать его, как говорится в хадисах. Да, и быть вместе с ним, читать его, думать над его аятами, над его стихами, над теми словами, которые Всевышний говорит там, над тем, к чему он призывает. То есть быть приверженным священному Корану. Это очень важно. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Наше время подошло к концу. Мы с вами на этом прощаемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, надеюсь, эта передача была очень полезна для вас. Но на этом мы с вами вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوة